Всем привет, друзья! С вами Максим, с вами Герой Войны Денег. И сегодня я опять намереваюсь сходить в гильдию тактиков. Я уже подал заявку, осталось 7 минуток. Но участников всего 8 пока что. Хотя время, в принципе, гораздо позже, чем я обычно стартую. Как-то странно это все выглядит. В общем, как всегда, подождем до самого начала. Потом я сниму с паузы. Все у меня то же самое, что и в прошлых видео. Такая вот армия. Иду я от боевого безумия. Стандартный воинский сет на демона. В общем, ничего нового. Поэтому давайте через 7 минут, я надеюсь, мы встретимся. Ну, иначе, как всегда, я создам заявку в дуэли. Даже сейчас здесь никого нет практически. Вроде пятница. Народ-то должен быть. Хоть сколько-нибудь, ё-моё. Так, ну давайте все, ждем-с. Итак, мне снова повезло. Из 29 заявленных участников все-таки получилось мне найти соперника, кинуло меня. И некто не Цирилк против нас. Давайте проверим некроманта этого. Так, он хорошо защищен. Это одно можно сказать. У него 9-я умелка основная, а демона нет. 9-я умелка это сильно, я вам скажу. Так, основы защиты, стойкость от стрелков, основы ловить и повелитель боли. Ага, значит, от скелетов, это значит будет коробочка. Ну, понятное дело. Так, ля-ля-ля-ля-ля, где же тебя искать? С кем ты дерешься-то, братишка? Скажи мне, с кем ты дерешься? Покажи. Да что, ни с кем не дрался, что ли? Ну вот, с кем-то дрался, давайте хоть посмотрим это. Так. Ну, тактики у него нет, конечно же. Зачем ему тактика? Давайте пока сюда. Ой, лошадки-то мои неудачно здесь будет. Ну ладно, она бегает быстро, шустро. Все-таки поставлю ее сюда. Этого сюда поближе, но боюсь, под лича встану. Так, посмотрим, где у него была коробка. Ай, блин, это вообще эта хрень. Гильдия воров. Ладно. Я даже не знаю, где бы ему выгоднее встать. В принципе, с одной стороны, препятствие есть здесь. С другой стороны, препятствие есть здесь. И выгоднее ему коробочку ставить сюда, наверное. Но здесь препятствий больше с этой стороны. Я считаю, что ему удобнее вставать сюда. Верно? Ладно, ребят, давайте на удачу. Я сейчас просто не знаю, успели переставиться или нет. Здрасте. Так, ну все, давайте, поехали. Ай, черт его знает, куда он поставит. Честно говоря, ему и тут, и тут будет хорошо. Но, наверное, здесь ему будет лучше за счет вот этого камня. С этой половины снизу ему больше выгоды вставать, мне кажется, на этой половине нижней, чем на верхней. Ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, возможно, я не угадал. Да, я не угадал. Печально, ребята, очень печально. Это значит, что мне, скорее всего, кобздец. Но загадывать не буду. Здесь, блин, вот эти препятствия мешают движению, честно говоря. Встаем сюда. Ой, 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 ребята, ой, ребята, что же я сделал? Ой-ой-ой. Вот это полный... В принципе, все, игру можно завершать. Открытие врат называется. Ёкарный бабай. Ну ладно, я еще все-таки покусаюсь. Посмотрим, что можно будет сделать. Ой, это фейл. Это просто, ребята, это все. Это позорное нечто. Куда я выбежал? Зачем я это сделал? Ну... Господи. Вот дурная голова, да? Смотри, что творится. Сейчас он меня раскидает. Всех лошадей снесет мне к чертовой матери. И я не открыл 7, но здесь все. Ему надо наваливаться на лошадей, естественно. Ой, ребята, это просто жуть. Вот так вот один ход может все поменять.
Да что ты думаешь-то, ну, выбегай, добей, они же безответно бьют. Сюда вот, наверх. Боишься, что псы достанут? Да они и так достанут. Не с первого хода, конечно, но им достанут. У тебя сейчас такая возможность хорошая пробить мне этими и этими. Вампирами ослабляешь, а этими добиваешь, скорее всего, даже. Бывает же такая хрень, а? Чего я так пошел? Ладно, все, давайте. Хорош об этом говорить. Попытаемся забыть этот казус. Лишь бы он не снился потом еще. Ой, ну ты что там так продумываешь-то долго? Шахматист, что ли? 5-10 ходов вперед. Но если он еще так играет, то все, мне можно дальше вообще не выжиться. Ну да, наконец сообразил. Так, ударил не так сильно, но вот этими сейчас он хорошо приложится. Ой, здесь же еще привидение. Значит, он не будет этими прикладываться. Он приложится привидениями. Привидения мне снесут, дай боже. После этого коней я, конечно же, смысла призывать не вижу. Там останутся огрызки. Если только для блокировки, там для еще чего-то. Жуткое дело. Какой кошмар. Ну все, они меня добивают, скорее всего. Ясное дело, конечно, что он подставился под моих церберов. Но... Так. Он сейчас просто еще личами долбанет. Вот сюда куда-то. Ой, ребят, полный фейл. Выкладывать вообще это или нет? Или выложить в назидание, как нельзя поступать? Да, просто взял и отдал войска. Так, ладно, я же говорил, давайте я постараюсь забыть об этом. Ну, бра, правильно делает. Эту кучку вообще классно им убить. Я просто жалею, что он, конечно, обогнал меня здесь. Ну как, нет, в принципе-то он меня не обогнал. У меня был шанс разойтись в сторону, но мне было лучше призваться. Так, ладно, пойду прямо из-за этого приза. От этих трех собак сейчас толку не будет. Лошадями постараюсь долбануть по вампирам. Что от этого будет, я не знаю. Он очень хорошо защищен. Разрушение защиты. Да, братишка, не спрашивай. Не спрашивай. Лицо уже рукой расколотил себе за это. Какой кошмар. Ладно, атакуем здесь. Проходим сюда. Огненный шар — это хорошо. Но я открою врата.
открывать коробку начать? Тихой сапой. Так, кого отстреливаем? Скелетосиков, конечно. Хотя, может быть, я не прав. Если я сейчас подойду и ударю, я встану напрямую под скелетов, и это смерть. Сразу же. Смерть ведь? Ведь смерть. Но с другой стороны, у мертвых это... Но я еще хожу этими конями, так что... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп. Сюда. Конями отойду сюда, чтобы дать проход чертям. Три, четыре, пять, шесть. Ну, здесь уже не напрямую, да? Давить. Что попало, короче, получилось, друзья мои. Просто чем попало. Вот что значит, ну. Нет, не знаю, я, может, для прикола выложу этот бой. Да, порушил. Сейчас меня будут уничтожать. Защита-то у меня и так по нолям. У меня же кольца воина. Конями добивать коробку или нет, что скажете? Ну, я не добью, наверное, мне не хватит сил. Дыц, вообще жестко ударил. Не, конечно, мне не хватит сил. Я пропущу чертей, тогда сюда буду добивать личей, пытаться гейтить ли коней. Ну, гейтить ли коней, чё там гейтить? Кто там выйдет? 2-3 коня? Ну это тупо. Ладно, давайте я уже так. Ну, вообще ни о чем. Файербол! Сейчас он просто моих собак всех перебьет. Этих. По 13 ударит, правильно сделает. Убьет, скорее всего, всех. Может, не всех, но уже никто не, никого не останется. Скелеты добьют лошадей. Ну да, все. Полная жопа, ребят. Полная и безоговорочная жопа. Дыц. Вообще жесть. Порвал просто, как тузика. Не знаю, ну неохота мне такое позорище выкладывать. Чисто чтобы контент набить на видео. Ладно, выложу, наверное, для прикола. Сейчас пойдут призванные. Ой. Десять, самое большое число. Промах, промах. Чё как тварь-то промахиваешься постоянно, а? Сейчас воскресенье, воскрешение будет. Или воскресенье. Воскресенье тоже прикольное слово. Не обязательно день недели. И стать мне, конечно, было некий. Давай, поднимай уже. Ну... Я и говорю. Встречаю как-то некроманта. А он берет и поднимает всех подряд. Сюда отойду, а то мертвый дотягивается, к сожалению. Замедление здесь, конечно, не прокатит. Хотя, смотрите, до суккуба удалось замедлить. Есть шанс вынести лича. Пошли попробуем.
огонь. Одиночная собачка. А мы с тобой вот сюда встанем. А, нет, не удастся, да, загородить. Нет, от этого я загородил. Вот здесь еще привидение. Ладно, прорываемся, естественно. Толку от этого, конечно, уже нету. Он пойдет сейчас вперед ложить собак. А, ну или вот этого, пещерку. Суккуба еще... А, суккуба нет, успевает выстрелить. Я этим воспользуюсь. Но привидение, конечно же, кого-то здесь накроют. И я даже знаю, кого вот этих. Ну, подходи, вампиров, поближе. Давай, под суккубу под мою. Я тебя расстреливать начну. Так. Два мана. У него уже ни на что не хватает. Для воскрешения там, на всякое. Ой, а бьет-то жестко, пацаны. Жестко бьет-то. Мертами. Паскуда. Так нечестно. Также нечестно. Да я говорю, нечестно. Только я так хотел хорошо стрельнуть. И меня обломали. Этот будет бить этих. Псов десятку вынесет. Короче, здесь все понятно. Дайте мне в тобой. И значок нуб. Самый позорный, который только видел ГВД. Блин. Ну, стоять я не буду, какой смысл. На, получил. И как назло попал. Ну да, собак, давай, убивай собак моих. Даже думать здесь нечего. А хотя, в принципе, че их убивать? Тебе поскорее надо сносить вот эти основные стеки. Да. Что-то настроение журнали упало, блин. Такая жесть. Как вот так вот один ход и все меняет? Я серьезно уже не играл после этого хода, честно говоря. А скелет стрельнет по демонессам и все мало не покажется. Так ведь? Пошли хоть укусим. Ну и чё мне? Давайте ждать. Все равно сам себя заблочил. Я уже пойду навстречу моему противнику. А ну-ка, убью. Ну, пожалуйста. Угу, убил. Ну, я подожду, конечно, но какой смысл? Сейчас, конечно, скелеты выпилят собак, потом я накинусь чертями, но ответ-то не снят с них будет. Конечно, я снесу определенное количество, но толку-то от этого. Здесь еще ватага привидений, вампиров, да и скелетов гора, я бы сказал. У меня уже нет такой силы, которая бы снесла их. Четыре демонессы, подходи тебе, тоже бесполезно. Что думать-то? Бей давай. Решил опередить, да?
здесь по двоим я никак не ударю. А если я встану на эту клетку, чертенок не пройдет вот так вот здесь еще? Ой, ребят, по-моему, не пройдет. Ладно. Это, конечно, в принципе, затуп. Ну, ударю я им. Ну, кончатся мои. Кончатся мои. Так. Черти. Ну, замедлю я даже их потом. Смогу ли я что-то? Замедлятся ли они хорошенько? Получай. А, нет, смотрите, повезло. Еще остались огрызки. Шесть, 40, офигеть. Да. Ну-ка, а у этих сколько? 36. Просто 6. Ладно, давайте на них руш повешу и по ним ударим. Бесполезно, конечно, все это. Силы у него еще очень большие. А у моей демонессы кончаются припасы. А у скелета у его еще и гора. Че попало, а не бой, короче, ребята. Ну, я выложу, конечно. Чтобы вы увидели, как так можно. Как вообще так можно играть. Ну, всякое бывает, ладно. Я себя уже простил. По крайней мере, повеселился. Ты что там? Давай. Ну, что здесь выдумывать сидеть? Может, у тебя, конечно, интернет плохо работает. Здесь и так все понятно. Тебе осталось снести всего ничего. Скелетов мне уже блокировать неким просто. Естественно, ты сейчас снесешь демонез, чтобы я ими не встал. Нет. Не снес. Тогда я пойду сюда. Ура! Ура! Так, демонесса, если что, обойдет с той стороны. Ура! Ну и все. Сейчас собак вальнет. Или демонесс. Что-то такое сделает, короче. Здесь вампиры зарешают. Да и скелеты, господи, да и привидения. Все зарешают у него. Будь то пропащий. Ладно, собака, что еще делать? Тут бежать. Здесь я встал под вампира. Но встал так встал, давайте бить. Ну почему? Почему ты не убил? Друже. Ну бьем по вампирам. Чтобы они хоть чуть-чуть слабее ударили. Хотя если они захотят, они просто снесут всех. Наверное. 38 атака, 50. А, нет. Ну ладно. Огрызки попадают по ним. А большие. Большое количество собак в отряде промахивается. Ну, что думать-то? Дедыц, все. Но. Еще два снаряда.
Жалко, у меня нету поднятия мертвецов. Так. Ну, замедлю я их. Ну, что дальше? Кто подойдет? Никто не подойдет. Рушим. Ну, если я их ударю, я скопычусь. Давайте я, наверное, все-таки отряд замочу это до конца. Надо было его рушить. Ну ладно. А он не добегает до Демонесс. Ну, пожалуйста, вот так вот выбеги, вот так вокруг. Оп-оп-оп, чтобы я хоть один разочек с прямой ударил. Ай, плечо чешется. Вообще, честно говоря, бой-то затянулся, да? Я, честно говоря, не засекал. Но, наверное, уже минут 25 идет. А может, не идет. Потом посмотрим. Чего тут думать? Ну чего, братишка? Ну тебе всего ничего осталось. Ну нет у меня шансов. Нету. Кончились мои шансы. Мои шансы кончились еще тогда, когда я коня вывел вперед. Хотя была возможность потом мне еще гейт выставить ими, но я что-то уже плюнул на это дело, честно говоря. У меня аж в глазах потемнело, когда я так сделал. Когда коня просто вперед вывел. Жуть какая. Ладно, бывает. Дыц, дыц. Привидение, нет! Я вас замедлю, и вы меня не достанете. Нет, вы не успеете. Я вас обгоню, да? Обгоню же. Ну давай, подходи. Моя демонесса еще наделась с делов своим одним выстрелом. А вампир, кстати, зря не подошел, не обошел вокруг. Он бы потом дошел до этих и кончил их разом. Теперь ему придется за два хода доходить. Ну, доходить он не будет, конечно. Ему нет смысла подходить туда. Радуйся, сэр Некромант. Если б я не тупанул, кто бы знает. Кто знает. Ну ладно. Не будем о грустном. Все. Огонь! Давай по демонессам, они уже даже ответить не смогут. Нечем отвечать. Давай скорее, давай скорее, давай скорее. Мне еще видос рендерить надо. Дудс. Ну зачем в них-то? Прикол такой. Это такой прикол. Ну, раз прикол, то и я тогда сюда отойду. Прикольнусь. У меня еще есть шансы. Говорю, давай быстрее, а сам ахинеей страдаю. Да надо было сразу бить их. Боишься так ответки, что ли, своей? В смысле, моей. А не хочешь ледяной глыбы по башке? Типа изображаю тактику и стратегию. Показываю противнику, что у меня есть еще шансы. В оборону, ты шутишь? То есть ты хочешь, чтоб я убился, да? Ну давай поиграем в эту игру. Давай скелетом тоже в оборону вставай. Сколько у меня обороны, кстати, дало? 30 аж 9. Как так можно прикалываться, а? Ну как можно прикалываться? Зачем? Какая оборона? Подходи чуть-чуть, чтоб я тебя не достал. На эту клетку. А потом разделывай. Жесть просто.
У меня шансов нету, нету. Сейчас он на меня все свои стрелы потратит, и в итоге ни к чему мы не придем. Да ладно, блин. Но ничего здесь не получится, ребят. Я бегу, геройски умирать. Я беру, бегу, геройски умирать. Я бегу, я бегу. А автобоя-то почему-то нету. Типа шансы равны, да вы шутите. Ну это маринад уже будет, ребят. Неинтересно ни мне, ни вам, наверняка. Не справиться мне с ними. По этим еще попасть надо, козлам. Козлам. Давай, йоу. Опа. Йоу. Одна жива. 15 хп. Ты не убьешь, нет. Сколько атака? 22, 27. Было интересно, да, тебе? Тебе было интересно, да? Интересно ему было. Ладно, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось, подписывайтесь. Я буду еще видео делать. Пилить или выкладывать. И все вместе, короче. Вот. Такой вот получился фиговый бой, короче. Смешной. Всем еще раз спасибо, что смотрели. И до встречи.